изделиями из бисера. Смотрите, какие у нас красивые, красивая выставка получилась из бисера. И поэтому у нас так и называется выставка «Радуга нити и бисера». Сегодня представлены работы в различных техниках. Это шерстяная живопись, алмазная мозаика, вышивка лентами, вышивка бисером, украшения и поделки из бисера. Вышивка крестом по канве – это тот вид рукоделия, которым мы можем бесконечно восхищаться. У нас у сотрудников музея, когда развешивали картины, было такое ощущение, что вот с этих стен льется свет. Это потому, что работы выполнялись с таким удовольствием. В них было вложено столько души и тепла, что теперь эту радостную энергетику можете почувствовать все вы здесь присутствующие. Удивительно, но самые лучшие работы получаются у тех, кого трогательно поддерживает ее семья. Я права? Да. На каждую картину уходит много времени, сил, денег. Ведь так хочется, чтобы твой талант воспринимали и близкие люди. Ведь самые светлые, искренние порывы своей души вы несете в первую очередь в свою семью. Вышивка – это вид народного творчества, зародившийся в глубокой-глубокой древности. Нередко об искусстве вышивальщиц говорят как об изящном, о легком искусстве. Хотя на самом деле, конечно же, все это не так. Изготовление каждой работы – это процесс трудоемкий и длительный. Иногда от момента задумки композиции до ее полного завершения проходит год и более года. Вышивание картин – особый вид искусства, очень близкий к живописи, согласитесь со мной. Подобно художнику, иллюстратору и живописцу, мастера художественной вышивки дарят нам радость общения с прекрасным, поскольку вышитая картина впечатляет не меньше, чем созданная красками и кистью. Умельцы, вышивающие картины, обладают тонким художественным вкусом, чувство прекрасного даровано им от Бога, а мастерство приходит с многолетним и многолетним опытом. Сюжеты работы тоже многообразны. Живописные пейзажи, натюрморты, анималистические композиции, красочные букеты, иконы, мечети. Это удивительно живые полотна, где посредством иглы и нити искусно переданы полутона, тона, переливы красок. В отдельных работах используются до сотни цветовых оттенков нити мулине. На выставке у нас сегодня представлены 80 картин 33 мастериц, двое из которых мужчины. Это Хайрутдинов Гумар Усматович и Кузьмин Валерий Евгеньевич. Есть и дебютанты, их у нас 17 человек. Давайте их поддержим. Не хочется, чтобы их поддержала еще и Нуриева Раиса Попова. Раиса Нуриевна, скажите несколько слов для дебютантов. Я уже говорила. Два слова буквально.